есть такое здание старинное. Раритетное. Толстостенные стены. С улицы здание очень красивое. Здесь видно, что был пожар. То ли баня, то ли что. Это плитка, кафель. Здесь... Меня здание это заинтересовало тем, что оно очень красивое с улицы. Поэтому я и сюда и заперлась. Да. Но, видимо, дети здесь часто гуляют. Ну, такое неплохое здание, интересное. Да. А это с обратной стороны. В принципе, если взяться за нее, то можно отреставрировать. Здание таки неплохое. Видно, что старый кирпич. Сооружение такое старенькое. Здание неплохое. Если взяться, то можно постараться. Местные здесь деревья спилили. Сейчас с обратной стороны покажу. Так, ну тут уже застройки. Гаражами заставили. Здание неплохое, большое, огромное. Смотрите, насколько кирпич, кладка кирпича была сложена. Такие вот здания у нас находятся на территории города, заброшенные.